Здравствуйте, дорогой Валентин Иосифович. Валентин Иосифович Гафт. Моя встреча с вами была для меня целым огромным этапом моей жизни. А сегодня я хочу вам сказать спасибо. Спасибо за вашу гражданскую позицию, спасибо за то, что вы всегда, всегда остаетесь человеком с каждой заглавной буквы. Спасибо за то, что вы переживаете за нас, за Украину, за Россию, за людей, которые сейчас находятся в таком водовороте трагических событий. И самим фактом того, что вы есть, вы даете нам веру. Даете веру в то, что в России не все хотят крови украинцев. Даете веру в то, что в России очень много людей, которые сопереживают, сочувствуют и не боятся выражать свою гражданскую позицию.